сонливость, снижение концентрации, непристегнутый ремень. Все эти события, происходящие внутри кабины, могут иметь далеко идущие последствия. Для предотвращения критических ситуаций при вождении и возможных несчастных случаев, компания Комтор, одна из первых в нашей стране, начала внедрять системы контроля усталости для водителей и операторов тяжелой техники. В рамках пилотного проекта автоматические системы установили на 4 карьерных самосвала. Специальная камера анализирует множество параметров на лице водителя. Направление взгляда, частоту и длительность моргания, наличие зевков. Своего рода искусственный интеллект, да, который определяет состояние человека и его стиль вождения и нарушение при вождении. Если система заметит у человека признаки усталости, она подаст специальный сигнал. Новые устройства дополнят существующую систему мер и правил безопасности. С момента внешнего управления в руднике разработан ряд мероприятий для повышения безопасности. Инцидентов не допущено за это время, и в том числе внедрение системы контроля усталости – это также одно из мероприятий, которое реализуется после ввода внешнего управления на руднике Комтор. По итогам тестирования в компании определятся с производителем и пакетом опций для систем слежения за усталостью, после чего устройствами оснастят весь парк карьерной техники.